spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре укороченная демисезонная куртка Fisherman Reef Pro от российской компании Nova Tour. Она непродуваемая и влагозащитная, а поэтому может использоваться рыболовами, особенно любителями забродной ловли. Приятным дополнением станет большое количество различных карманов. Вес куртки составляет всего 800 граммов. Давайте поближе ее рассмотрим. Материалом для изготовления Reef Pro является практичный нейлон Rip Stop. Эта ткань отличается износостойкостью и долговечностью. И, конечно, ставшая практически обязательной для одежды подобного рода наличие мембраны, которая с одной стороны не пропускает внешнюю влагу, а с другой отводит наружу испарение от тела. Эта мембрана имеет водостойкость 10 000 мм и паропроницаемость 10 000 мг на квадратный метр в течение суток. С внутренней стороны имеется сетчатая подкладка. Капюшон не отстегивающийся. В зоне воротника стойки расположены резиновые утяжки с кнопочными фиксаторами. В козырек вшита прочная и упругая вставка, позволяющая сохранять его форму даже во время дождя. Застегивается куртка на двухзамковую молнию. Собачки на молниях имеют очень удобные рифленые ухватки с изображением рыбки. Стоит отметить, что в верхней части воротник имеет удобную вставку из мягкого и приятного на ощупь флиса. Также здесь расположены две кнопки для защиты шеи от холодного ветра. Очень оригинальным решением является использование магнитов для фиксации защитной планки. В отличие от липучек, они не изнашиваются, и застегивать-расстегивать куртку можно одной рукой. Рукава имеют анатомический крой. Плотные водонепроницаемые манжеты из неопрена не позволят попасть в воде внутрь одежды. Для большей защиты они дополнительно утягиваются эластичной лентой и фиксируются липучкой. А теперь перейдем к карманам. С внутренней стороны есть два просторных кармана. Один открытый с резинкой и один с молнией, в который, к примеру, можно положить различные документы. Очень удобным является небольшой потайной кармашек в районе основной молнии. Он отлично подойдет для мобильного телефона, так как для доступа к нему вам нужно будет только отогнуть планку и открыть молнию. На груди находятся тройные непромокаемые карманы. В них могут расположиться коробки с приманками или рыболовные аксессуары. Первый, очень объемный, закрывается липучками. С внутренней стороны он отделан водонепроницаемым материалом. Второй оснащен водозащитной молнией. В таких карманах есть возможность хранить вещи, которые даже во время дождя останутся сухими. Третий карман закрывается магнитом и отделан флисом. В них можно погреть озябшие руки. Снизу мы видим резиновые утяжки с кнопочным фиксатором, а также ярлык, на котором отображены рекомендации по уходу за изделием. Удобным дополнением является наличие специальных петель для крепления спиннинга. Сверху это липучка для закрепления вершинки удилища. А снизу держатель в районе катушки в виде матерчатого кольца. При ненадобности его можно закрепить изнутри куртки. Теперь у вас есть возможность поменять приманку, не выходя из воды, используя так называемую третью руку. Со стороны спины куртка снабжена D-образным креплением, к которому вы можете прикрепить подсачек.
Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.